Его закрутило туда, они, мы тут стояли, и вот это влетело. И потом в эту, вот эту еще газель была, еще здесь две были. То, что происходило на мосту через трассу М7 на Горьковском шоссе, водители иначе как кошмаром не называют. В условиях ограниченной видимости и скользкой дороги совладать с автомобилями было сложно. Итог, даже попавшие в эту аварию автомобилисты не могут сказать, сколько машин тут столкнулись. Мы пока стояли, тут аварийные знаки машины сносят, то есть поздно замечают. Но они как-то договаривались, видимо, и уезжали. Двое или трое, вот они дальше проехали, тоже там стояли, договорились, уехали. Ну, у них там так царапины, кому зеркало отшибло. До этого еще Солярис вот передо мной прям развернуло, ну, буквально метр три, наверное, осталось. Тут каждый был по-своему виноват. Этот молодой человек сидел за рулем «Лады Гранта». Ехал, говорит, для трассы совсем не быстро, километров 70 в час. Препятствие на своем пути увидел в самый последний момент. Да их не видно даже было. Я только въехал, их увидел метров за 70, наверное, за 60. Тормозил, а там машина не слушает ни вправо, ни влево. Гранта врезалась сзади в «Ладу Приора». Удар был такой, что ее владелец, взглянув на повреждение, потерял надежду восстановить автомобиль. За полчаса до этого он сам врезался в правый бок «Део Некси». Иномарка стояла поперек дороги, врезавшись в «Ниссан Жук». Я видел ее вот так заметало. Начал я тормозить, ее вот так разворачивать. «Некси» въехал вообще в меня. Я по той стороне ехал, а их на меня кинуло. Но мы с ними начали расходиться прям 3 минуты, и этот летит на скорости. Ладно, они отошли, но сейчас на глушняк. В «Део» были 3 человека, иностранцы. У водителя «Ниссана» претензий к ним не было, удар был не сильный. Чуть зацепило крыло, и о возмещении ущерба они договорились на месте. То же самое предлагали сделать и водителю «Лады Приора», но он отказался. Я разошел с ними, они, ну что мне говорят, ну мы виноваты. Я говорю, ай да, так, так. Этому начали говорить, давай разойдемся, ну ты же виноват, он же в них въехал, он сзади начал включать, ну и вот в него еще прилетает. Ушел бы сразу, они же деньги есть у них, говорят, давай закупаем. Водитель «Некси» не отрицает, занесло, причиной называет плохую дорогу. В том, что произошло позже, вина других. Все знаки, говорит, выставил вовремя, после того, как в них врезалась «Лада», пошли греться в «Ниссан», который сами и зацепили. Его водитель уехать не успел, считает, что это, возможно, спасло им жизни. Стояли бы рядом, дело приобрело бы совсем печальный оборот. Остановили, там все включено было, да? Аварийка, и еще там знак поставили. И они виноваты, они должны, вот, тем более, вот эта погода, да, там... Надо контролировать скорость, правильно же? Вот они там сами виноваты. Водитель «Приора» что-либо говорить отказался наотрез, хотел все объяснить только автоинспекторам. Разбитые автомобили перегородили большую часть дороги. Для проезда остался только небольшой извилистый участок асфальта. Но беспокоило водителей не это. Боялись, что в стоящие машины может влететь кто-то еще. К тому же от удара сзади лопнул бензобак «Лады Приора». Вся дорога была в бензине, и для большой беды хватило бы одной искры. Если сейчас искра будет, она взлетит. Рамиль Шайдулин, Наиль Абдулин, вызов 112.